Yo, what's up, my homies? Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out. Прошла еще одна неделя, которая принесла нам, как всегда, кучу новинок. Наиболее интересные, на мой взгляд, я попытался собрать в этом видео. Так что, если ты пропустил что-то интересное, а плейлист твой давно не обновлялся, садись поудобнее и зацени то, что я для тебя приготовил. Начнем с нового альбома от Black Youngster, Church on Sunday. По его словам, это уличный gospel. На альбоме куча фитов с известными рэперами, а среди них есть несколько бенгеров. The Game решил попрощаться с музыкой, выпустив свой последний альбом, который называется Born to Rap. Ох уж эти рэперы, сначала прощаются, а спустя время возвращаются снова. В любом случае, пластинка получилась неплохая, любителям олдскула точно зайдет. Еще один старичок на очереди, Пол Уолл, совместно со Static Selecta представил мини-альбом Give Thanks. Здесь соуловые сэмплы, хорошие биты, сам релиз состоит из совместок. Если любите рэп 90-х и нулевых, вам определенно понравится. Currency засветился на двух пластинках, первая работа сольная из 7 треков. Среди гостей очень интересные имена. А вторая – это совместная работа со Smoke DZA, которая получила название Prestige Worldwide. В ней рэперы обсуждают уличный движ, воспитание поколения и так далее. Обе пластинки стоит заценить. Fabulous – культовый нью-йоркский рэпер, который сотрудничал с многими известными рэперами. Поэтому альбом Summertime Shoutout 3 – Coldest Summer Ever – собрал множество известных имен. Сама пластинка получилась довольно-таки лайтовой, романтичной и спокойной. Если нравится музыка, которая не напрягает слух, тогда альбом этот для вас. Лайк, если знаешь, сколько у Бонса альбомов. Один из самых продуктивных музыкантов представил очередной микстейп I Feel Like Dirt, состоящий из 14 песен. Тут и мрачные бенгеры, и более спокойные песни. Поклонникам его творчества должна понравиться эта работа. Перейдем к русским релизам, начнем с интересного коллаба электронщиков. Loud и Крем Сода объединились, чтобы представить нам русский стандарт. Это небольшой EP из трех треков, электронщина и речитатив. Никакого вокала. Все по кайфу. Еще один EP, но уже от рэперов, причем от известных представителей с большим бэкграундом. Хаски и Масло Черного Тмина наконец представили совместную работу. Трек 01 был презентован еще летом, и все ждали, когда же он выйдет. Но, как оказалось, они решили не останавливаться на одной песне и записали еще две. EP получил название «У», и если верить комментариям, «У» в переводе с казахского означает «яд». Окей. Стоит еще отметить, что на пластинке появился Энди Панда, что стало также неожиданностью для многих. Это, видимо, не сон, помазлый рог, круги под кожу, дым под потолок. Это, видимо, не сон, головы на взлет, музыка, сука, почему меня так прет? Следующий релиз для любителей новой школы. OG Buddha представил свой первый альбом OPG City, который уже попал на первую строчку в Apple Music. Это очень хороший старт для фрешмена. Сам альбом состоит из 23 песен, лично я ничего нового и интересного не услышал, как по мне, так это все копия, а некоторые строчки были несколько раз перефразированы, но тем, кто выкупает данный стиль, определенно зайдет.
Nah, bro. I'm cool, man. Когда я прослушал альбом White Punk, я расстроился, что не снял на него реакцию. Лучше вместо UPG City я прослушал его альбом на камеру. В отличие от альбома Будды, Паук звучит очень интересно и атмосферно. Довольно разноплановый альбом, в котором есть несколько интересных совместок. Рекомендую заценить. Я красная часть в этом доме, она дала сразу номер. Я дымится рука, я в коме, скурил так много, я болен. С альбомами покончили, перейдем к синглам и слитым трекам. Пробежимся по ним быстро, без комментариев. 21 Savage, you can call me King Nut Dropper. Yeah. Jumping crew to crew, your favorite rapper, hood hopper. Yeah. Trapping with this rifle, we don't need no dope stopper. Go grab dog, dog. Подожгу ваши мозги. Я больной кретин и буду вечно молодым. Это Postal 2, мир давно сошел с ума. Психбольной маньяк, он точно не в себе. Psychedelics heal my brain. Marijuana for the migraine. Both hands to the wood grain. Drip penny paint and octane. On a black tar on the highway. A good Raj is an arcade. Name a time when we ain't front shit. 100 bands. Well, 100 bands. Trip. Understand. Chain real. 100 grams. And it's dip. 100 bands. Young boy Brown on my kid. Don't you coupe on the drill, trackin' no purple shit, My GA got 180, zoom, zoom. Whole lot of shot, make them juju. Jump on them glocks and sticks, too. I must have superpowers to increase their power. Only time I see a threat when I look in the mirror. They only love you when you're gone. It don't matter where you're gone. Yeah. I got a question. Baby, can you bring your best friend? Bring your best friend. Then she look at me and say, you crazy girl, what a suggestion. Все, ребят, на этом все. Очень надеюсь, что кому-то нужна эта рубрика. Ставьте лайк, если понравился видос. Пишите в комментариях, что заценили. Возможно, я что-то упустил. Спасибо всем за просмотр. До следующей недели. Оу, и еще кое-что. Рэп — это говно. Вы про это не забывайте. Йоу-йоу. Check it out.